ваши будут. Вопрос в том, что он это, в сонном состоянии двигатель. Нет, я скорее всего, я же... Скажите, вам сколько лет? Что произошло? Вы откуда куда ехали? Снизу вверх. Сегодня 2 апреля, около 11 часов, водитель, житель города Усть-Илимска, двигаясь по улице Ватутина со стороны Р-255 Сибирь на направление больничного комплекса, совершил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов, которые переходили по проезжую часть по пешеходному переходу. В результате наезда один несовершеннолетний погиб на месте, второй был доставлен в Кулунскую городскую больницу в тяжелом состоянии. Поворачивая направо, остановилась возле пешеходного прохода, перехода. Двое ребятишечек. Один повыше, другой пониже ростиком. Я им помахала, они мне тоже помахали. Мальчик, который пониже, взял за руку второго, и они побежали. То есть, пройдя мимо моей машины, они мне помахали. И вот эти глаза, которые я видела этих детей, они улыбались, довольны были. Бежали быстренько по пешеходу, чтобы меня пропустить. И вдруг с левой стороны вылетает вот этот товарищ. И такой звук. У меня тоже 2 детей и 5 внуков. Не дай бог такого я увидеть. В совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации, по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого был смертельно травмирован несовершеннолетний, задерживайтесь в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса. Далее вам разъясняются права.